измерить давление, научиться оказывать первую помощь, узнать, что такое весенняя депрессия и как от нее избавиться. В библиотеке филиале номер 2 города Гродно прошел день информирования для участников клуба по интересам под названием 3D, что означает «для дома, для души, для досуга». Вот уже 3 года активные и инициативные ветераны собираются вместе, чтобы пообщаться в теплом узком кругу, встретиться с интересными людьми, поделиться секретами ведения домашнего хозяйства, научиться чему-то новому и интересному. На этот раз встреча прошла под девизом «Помоги себе сам». Сегодняшняя наша тема – профилактика инфарктов и инсультов. Очень важно обращать внимание именно на профилактику, потому что, когда инсульт уже случился, к сожалению, помочь уже очень сложно. Бывает так, что приезжаем на дни здоровья и видим, что давление у человека 220, например, на 120, а он всю жизнь думал, что у него 120 на 80. Речь шла и о том, как сохранить молодость и здоровье и успешно справляться с депрессией, относящейся к так называемым расстройствам настроения. Как лечиться, что предпринять, когда атмосфера вокруг, наполненная ярким солнцем и первым долгожданным теплом, не радует, а почему-то вводит в уныние. Психологи не только рассказали ветеранам о причинах весенней депрессии, но и научили, как от нее избавляться. Больше быть на свежем воздухе, ловить каждый момент солнышка, добавлять в свой интерьер, либо во внешний вид какие-то мелкие яркие аксессуары. Да? То есть это может быть яркий шарфик, яркая сумочка. Для женщин это можно даже красить ногти в яркий цвет. Пользуясь общественным транспортом, выходить на остановку раньше. То есть это все позитивно влияет на здоровье. И обязательно следует пересмотреть рацион питания. Гости провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по правильному измерению артериального давления, рассказали присутствующим, как поднять себе настроение и многое другое. Завершилась встреча просмотром видеороликов и раздачей профилактической литературы.